Алекс Уилсон, стартующий по седьмой дорожке, он ямаец. Из 2004 года, с 2010, простите, года выступает за Швейцарию. Есума Сайдендуре из Норвегии тоже очень сильный спортсмен. У него личный рекорд 19.89. У Рамиля Гулиева 19.88. Правда, в этом году никто так быстро не бежал. Ловли Волка, Сайдендуре, Менга, Гулиев, Десалу, Вилсон, Паулина стартовали в этом забеге. И напомню, двое первых выходят напрямую, и еще двое доберутся по результату. Ндурес, Сайдендуре пока впереди. Гулиев пытается набежать. Вилсон там тоже. Итак, Гулиев выигрывает 20-70. Алекс Вилсон второй. Эти два парня напрямую выходят в финал. Итак, Рамиль Гулиев побежит во втором своем финале на чемпионате Европы. Еще раз напомню, шестым он был в беге на 100 метров. И вот сейчас тоже пробился в финал. 20-70. 20-69 даже дают Рамилю.